доехал непонятно куда. Посмотрите, куда это я добрался? Здесь я увидел просто, что стоят автомобили. Вот такой домик. Стоят машины. И очень много разных маршрутов. Хочу сейчас немножко здесь прогуляться, подышать свежим воздухом и посмотреть, что здесь находится. Какие две красивые сосны. Вау, какая красота. И тишина. Никого нету. Все, весь народ куда-то ушел в Альпы. Так понимаю, что здесь вот этот дом, это дом, где можно было перекусить. Это как гастхаус, называется Schneerosenhaus. И вот здесь была площадка, но сейчас он почему-то закрыт. Может быть, он в зимнее время открыт, я даже не знаю. Может быть, он в зимнее время открыт. Сейчас он закрыт. Здесь вот такая вот площадочка. Там внизу я припарковался. Видите? Здесь еще кто-то похоронен. Или это просто крест стоит. Кстати, и здесь мы встречаем, друзья, отель для насекомых. Отель для насекомых, только очень большой отель для насекомых. Тот отель, который я показывал также в Бадене. Интересно, почему здесь все закрыто? Мы сейчас находимся на высоте 662 метра. Видно вам? 662 метра. Но здесь, к сожалению, все закрыто. Да, здесь все закрыто. Полностью все закрыто. Видите, какая здесь холодина? Плюс 10 только показывает. Показывает только плюс 10. Куда это я зашел? Ого. Такое местечко стрёмное. Вот здесь я проезжал по дороге. Здесь какой-то старый дом. Да, жутковато здесь. Одному гулять. Крыша. Ну и здесь идет дальше дорога. Только куда идет дорога? А, здесь даже ворота есть, но они закрыты. Вот такой вот домик, друзья. Вот такой вот дом. Разные указатели. Здесь куда-то можно далеко-далеко уйти. А, да, вот пошла дорога. Видите, вот какие-то указатели. Панорама Рунды. Фу, как здесь прохладно. 10 градусов только тепла. И вот если зайти в лес, здесь, наверное, еще холоднее. Вау, как красиво здесь. Как красиво. И какой свежайший воздух. Супер. Вот это я зашел. Вот это я зашел. Свежий воздух. Иди сюда. Камон. Я зову маму, говорю, иди сюда. Она говорит, не хочу. Здесь забор, потому что с той стороны находится частный сектор или частный лес, или частный заповедник. А здесь, ну, вот такая вот, друзья, дорога, которая ведет куда-то высоко-высоко в Альпы. Так, ну что, я даже не знаю, что мне делать. Идти дальше или не идти дальше. Давайте мы сейчас сюда дойдем, вот до того поворота, как всегда, я думаю, вот до того поворота я дойду и посмотрю, что там, и потом вернусь обратно. Потом я вижу следующий поворот, хочу еще за один поворот зайти, и так я далеко ухожу в Альпы.
пошли немножко прогуляемся. Вот, вот к этому повороту и все. Мама со мной гуляет. Сегодня мне составила компанию мама. И мы сейчас... Красиво, правда? А какой свежий воздух, я в шоке. Просто супер, мама говорит. Просто супер. Ну что, классно, да? Да. Случайно нашли это место. Очень классно. Ну давай немножко еще пройдемся вот здесь. Посмотрим вот здесь, что дальше. Это называется маршрут «Панорама Рунда». Это означает панорамный круг, панорамный маршрут. И, наверное, к этому, к этой панораме придется идти далеко. Мы туда не пойдем. Мы буквально с мамой сейчас поднимемся немножко вот повыше. И посмотрим, что там. Поехал папа с дочкой на горных, таких очень классных, с амортизаторами, маунтинбайках, на велосипедах горных. И я то, что его спрашиваю, здесь не очень опасно ехать? Он говорит, да нет, ерунда. А мужчине уже далеко за 60, ну а дочь молодая. Молодая и красивая, как и я. Посмотрите, где они сейчас ехали, я просто в шоке. Посмотрите, видите, вот еще следы остались. Вот какие камни здесь. Здесь просто огромные камни. Вот такой камень. Его надо убрать. Все. Да уж. Вот это да. Круто. Я бы здесь тоже с удовольствием бы покатался на велике. Только одному как-то немножко скучновато, я бы сказал. Одному немножко скучновато. Да, здесь надо опыт. Вот если мне мама составит компанию на великах, да. Вот мы с мамой приедем сюда на горных велосипедах. У меня как раз два горных велосипеда. Мы с мамой приедем сюда и будем по камням прыгать по камням, снимать видео. Мама у меня экстремал, как и я. Посмотрите, друзья, как красиво. Маме нравится очень красиво вот этот вид, да, который далеко-далеко уходит вниз. И я только что спросил у мужчины, который был с рюкзаком, куда ведет эта тропа, куда ведет эта дорога. И он сказал, через полчаса, если подниматься все время наверх, через полчаса там есть небольшая площадка, идет такая поляна, лужайка, и оттуда открывается красивый вид. Но это, друзья, через полчаса. Поэтому мы туда, конечно, с мамой дальше не пойдем. Но мы уже так хорошо надышались этим свежим воздухом, правда? Да. Да, мама устала уже. В принципе, можно и пойти, но надо было взять с собой воды. Да, да, воды и нормальную обувь. Друзья, смотрите, я просто тяжело. В кроссовках. И в этих кроссовках они скользкие. Да, да. И в этих кроссовках, ну, я бы сказал, что опасно. Нужна специальная обувь. Да, нужна специальная обувь, потому что в этих кроссовках опасно подниматься наверх. Влажность, скользкие камни, и можно очень хорошо навернуться. Поэтому так, мы идем с мамой осторожно. У мамы тоже такие кроссовки, тоже белые и тоже скользкие. Поэтому надо быть очень осторожным. Можно ногу подвернуть, да? Да, да. Мы сейчас буквально пройдем еще пару метров и будем потихоньку возвращаться. Потому что, посмотрите, мы уже прошли. Покажи, мы уже прошли очень много. Мы уже прошли, наверное, где-то. Ну, километр, наверное, да? Это меньше? Больше, 2-3. Да нет, 2 километра, ты думаешь? Да. Может даже где-то 2 километра прошли. Но здесь наверх подниматься, вот даже я задышался, да, с моей физ-подготовкой. И то я не чувствую, что... Не говорят про меня, да? Да, да.
Вот как-то так, друзья. Очень круто здесь. Очень круто, нам все нравится. Поэтому мы еще немножко поднимемся наверх, буквально пару метров. И потом уже будем спускаться вниз. Даже здесь все подписано. Подписан маршрут 212. Вот как на этом камне, так и на дереве. Маршрут 212, который пересекается с маршрутом 231. И вот эти таблички, они в виде нашего австрийского флага. Красно-бело-красный. И это тоже мне очень нравится, что, друзья, везде, вот, везде можно встретить такие патриотические, красивые знаки Австрии. И еще немножко можно подняться наверх. Но полчаса мы не будем идти, конечно, полчаса мы не будем идти. Это высоко, далеко и трудно в такой обуви, как у нас. Но воздух здесь, если бы я только мог передать, насколько здесь чистый воздух, правда? Здесь плохо будет видно, наверное. Мама говорит, что там очень красивые виды открываются между деревьями. Альпы туда. Но я думаю, на камере это будет плохо видно. Но зато мы не зря здесь остановились. Я просто проезжал и говорю маме, давай остановимся и немножко зайдем в лес, просто подышать вот этим альпийским воздухом. Мама говорит, ну давай. И мы остановились, вот я вам показал этот домик. И мы сейчас поднимаемся наверх. И так уже надышались этим свежайшим, пенящим альпийским воздухом, что, наверное, сегодня будем спать очень хорошо. Сегодня будем спать, наверное, очень хорошо после такого чистейшего воздуха, да? Мама довольна, что выбралась со мной в Альпы. Мы часто куда-то выезжаем, и с папой, и Дима с Андрой тоже. Но сегодня Дима с Андрой не захотели никуда ехать, они сказали. Мы смотрим сегодня в 13 часов «Формула-1». Папа сказал, ну, извините, сегодня без меня, я поеду, покатаюсь на мотоцикле, у него Yamaha Dragstar, такой чоппер, я поеду, покатаюсь на мотоцикле, а вы едьте куда хотите. И вот мы поехали, друзья, как всегда, на тортики сначала, ну, а сейчас, чтобы немножко согнать лишние калории, правда, да. Мы решили вот подняться, да, мы решили подняться в Альпы, вот, как-то так. Что, пойдем еще дальше или нет? Как хочешь. А ты? У тебя есть еще силы? Конечно. Ну давай еще метров 200 пройдем, будем возвращаться. Витя? Я, kein Problem. Kein Problem. Ist nicht so gefährlich? Geht. Еще сейчас встретили одного мужчину. Он говорит, нормально, не очень опасно. Вот это оптимизм у австрийцев. Оптимизм и частично еще пофигизм. Вот это мне очень нравится у австрийцев. Они не заморачиваются. Они не заморачиваются, они ничего не боятся. Только вперед. И вот сейчас был пример. Наглядный пример этому. Куда это мы уже зашли? Слушай, мне здесь уже немножко страшновато. А тебе? Мама говорит, ничего страшного, просто уже далеко зашли. Вот это мы зашли. Но здесь уже, кстати, видите, да, уже здесь не такой уж крутой подъем наверх. Дальше идет какой-то частный сектор, огромный частный сектор. Видите, здесь проходит забор. Да, конечно, теперь я понимаю, здесь можно гулять и гулять. Здесь можно гулять целый день. И при этом ты не потеряешься, потому что везде расписаны маршруты. 208. Маршрут 208. Такой красивый лес. Ах, какая красота. Да, все, дальше мы уже не будем идти. Потому что здесь можно идти вечность. И все выше, выше и выше. Подниматься наверх. Может быть, как-то я найду компанию. И с компанией сюда приеду. Побродить в лесу. И устроить где-то здесь пикничок. Как-то, может быть, с какой-то компанией. Ладно, да, здесь можно идти, идти. Вы знаете, вот сейчас я с мамой общаюсь. Мама говорит, жизни не хватит, чтобы посмотреть одну страну, такую маленькую, но ухоженную страну, как Австрия. Потому что здесь столько маршрутов, здесь столько всего красивого. И только вот в Альпах можно гулять, наверное, я не знаю, сутками напролет возле Вены, и ты еще не все увидишь. Поэтому мы сейчас возвращаемся обратно, да? Да. К автомобилю потихоньку пошли.
будем возвращаться к автомобилю и поедем уже тогда на Вену. Нам километров 60 отсюда осталось. Многие мои туристы меня спрашивают на экскурсиях: Денис, расскажи, в чем секрет долгожителей в Австрии? Почему по статистике в Австрии в среднем живут 80-82 года? А я всегда отвечаю: друзья, если бы вы жили в такой стране, как Австрия, с таким чистым альпийским воздухом, а здесь воздух настолько чистый, просто кристально чистый воздух, если бы вы пили такую хорошую, хорошего качества воду, если бы вы ели хорошие продукты, биопродукты, как любят и помешаны на этом все австрийцы, и, конечно же, если бы вы не принимали все так близко к сердцу, вы наверняка бы тоже в своей стране так долго жили, как живут австрийцы в своей красивой стране Австрия. Поэтому, действительно, спорт, продукты питания, вода и свежий воздух делают свое дело. Ну и, конечно, поменьше стресса, потому что только от стресса, друзья, каждый год, по статистике, от сильного стресса, да, очень много тоже людей умирает, потому что стресс – это равно болезни, а болезни – это равно последствия смерти. Поэтому, друзья, меньше берите в голову, меньше думайте и принимайте на себя негативные энергии, думайте только позитивно, думайте, что все будет хорошо, что все у меня получится, и все будет замечательно, и тогда, возможно, и вы дольше проживете. Мы спускаемся вниз, еще не спустились, уже спускаемся полчаса с мамой. Мама вырвалась вперед. Я вот вам записываю, рассказываю. Ну и смотрю под ноги, потому что здесь очень крутой спуск. Как вы видите, здесь вот такие вот камни. И они еще в некоторых местах скользкие. Обувь не совсем хорошая для таких прогулочек. Поэтому нужно смотреть, чтобы осторожно спуститься. Чтобы осторожно спуститься и не поскользнуться. Люблю я собирать такие всякие палочки здесь. И бродить по лесу. Вот это, да, вот эта любовь к лесу у меня осталась с детства. Я помню, когда я еще был маленьким, еще даже в школу не ходил и жил на севере, на территории России, я бродил в сопках. Мы бродили вместе с родителями, с друзьями, собирали грибы, а там грибов было огромное количество. Папа с мамой потом купили такую огромную бочку, и в эту бочку засаливали эти грибы. Грибы отсюда засаливали эти грибы. И всегда на все праздники, особенно на Новый год, всегда на столе были эти грибы. Грибы. Интересное такое смешное, да, название? Грибы. Грибы. Ну что, друзья, здесь уже автомобиль. Поэтому выбрасываем палочку. Это означает, что конец этого видео. Ну что, друзья, вот такая получилась прогулочка. Я прогулялся с мамой. Мы хорошо провели время. Сейчас будем ехать на Вену. И увидимся уже очень-очень-очень скоро. Ну, конечно же, завтра. Каждый день, друзья, новое видео на моем канале. Видео или стрим. Поэтому увидимся завтра. С вами был Денис Кухта. До новых встреч. Пока. Пошли.